Вопрос 1224 том. 1 Коринфянам 6:3. Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем ли более дела житейские? Ангелов Божьих или демонов? Отвечает Игнатий Лапкин. О том, что ангелом называется духовное существо, как ангел-хранитель, знают все. Матфея 18:10. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лица Отца Моего Небесного. О том, что демоны, бесы, нечистая сила, духи зла тоже называются ангелами, но только с маленькой буквы, знают не все. Послание Иуды 1:6. И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. То, что сам Христос называется ангелом, знают единицы, даже из священников. Малахия 3:1. Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф. А о том, что Священное Писание называет верующих с высоким положением в церкви ангелами, этого почти никто не знает, даже баптисты. 1 Коринфянам 4:9. Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренным к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человека. Здесь под словом «ангел» понимается знатные, почитаемые, уважаемые верующие. В конкретном случае здесь мы можем понять под словом «ангел» нечистых духов. Суть в вопросе. Или духовных вождей, павших, как звезды с неба. Откровение 3:14. И ангелу Лаодикийской церкви напиши. Так говорит: аминь, свидетель верной истины, начало создания Божьего.